Хочу сказать, что все это благодаря моей команде, а не мне. Все, что я показываю в клетке, это заслуга моей команды, моих тренеров. Вандера жесткий оппонент, но я должен был показать, на что способен после последнего поединка. Потому я вышел в октагон и сделал свою работу. Я здесь для того, чтобы биться, и я хочу биться много и часто. Так что кого бы UFC не дали мне, я приму бой и буду сражаться. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность.